Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. На Олимпии из бывших участников были Тимур Гарафутдинов и Таня Ахулкова. На ток-шоу Дима Дмитренко отказался от Ольги Рапунцель. Он попросил ее вернуть помолвочное кольцо, что Оля и сделала. Также обсуждали отношения в паре Валерия Блеменкранца и Таты Абрамсон. Валера хочет, чтобы Тата была более хозяйственной, следила за собой, восхищалась Валерой и не обращала внимания на то, что иногда он ее оскорбляет. Также на ток-шоу обсудили сейшельских участников. Двух друзей Ваню Барзикова и Сашу Задойнова, которые делили Ирину Пинчук. Ира совсем запуталась. Вроде ей нравится Ваня, но Ваня не может простить ее за измену с Сашей. Задойнов же уверяет всех, что Ира ему нравится. Майя Донцова объявляет глобальный кастинг. «На проекте я уже давно, отношений хочется искренних», – пишет девушка. Оля Жемчугова встретилась со своей близкой подругой Кристиной Дерябиной. «Моя девочка, скучаю по тебе, спасибо, что ты приехала», – пишет Ольга. «Промыли всем косточки. Кто бы что ни говорил, ты единственный человек с Дома-2, с которым я дружу по сей день». На проект к Косте Иванову пришла новенькая Оксана. Она знакома многим участникам и зрителям. Раньше она работала на Доме-2 как косметолог. Саша Гозиас написала про нее пост, правда, через 5 минут уже удалила. «Оксана – это косметолог, от которого отказались все девушки проекта», – пишет Гозиас. «Она обманывала нас, что у нее медицинское образование. Она просила сделать ей рекламу за деньги, я отказалась. На этом не закончилось, она начала с моей страницы скринить фото и выставлять у себя на странице. Якобы она мне скулы сделала и губы. Так вот, скулы я никогда не делала, а губы она мне накачала так, что была асимметрия. И сегодня у Оксаны фиаско. Все девочки в глаза сказали ей свое недовольство, что она работает не на качество, а на количество. Оксана отправилась домой. Такому косметологу самому нужен косметолог». А теперь о том, что происходит на Сейшелах. Ирина Пинчук победила в конкурсе. Приз в этом соревновании – ночь в отеле с Сашей. Ира пишет: «Все ожидали, что мы с ним откажемся и не поедем, но не тут-то было. В общем, мы поехали, болтали, смотрели немного Дом-2 и легли спать. Поскольку была одна огромная кровать, то мы легли по разные стороны, на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Это была проверка моих чувств к Ване и Сашиных к Мексике». А Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова объявили себя парой. Они отправились на свидание на другой остров. Бывшие участники Катя Колесниченко, Рустам Солнцев и Настя Лисова встретились у своего пластического хирурга. Настя недавно сделала себе нос. А Катя хочет улучшить свою фигуру. Она планирует увеличить себе ягодицы и убрать в проблемных местах жир. Катя Король тоже планирует себе сделать ринопластику. «Врачи рекомендуют мне сделать голливудский носик, вот думаю, стоит или нет. Просто я так люблю свой, и мама убьет». Бывший участник телепроекта Денис Козлович похвастался успехом в бизнесе. «Друзья, я открыл свою кальянную на площади 3 вокзалов, а именно за Казанским вокзалом. Приходите ко мне в гости». На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.